Друзья, рад приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем говорить о приложении OLX, которое не работает на Android устройствах до версии Android 6. Добро пожаловать на канал OLX Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращают деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Так, друзья, смотрите, какая ситуация. То есть я скачивал различные версии OLX с интернета, то есть ничего ни к чему не приводило. Приложение либо перекидывало на Play Market, говорило, что нужно его обновить, но когда переходишь в Play Market, показывает, что данное приложение не поддерживается вашим устройством. Печаль, и я проверил буквально все версии, которые вообще есть доступные в интернете. Ничего не работает. Даже если мы находим без этой ошибки перехода к обновлению, просто пытаемся ввести любую учетную запись, она не заходит, не выбивается. То есть выбивается ошибка соединения, то есть полностью блокируется сервером. Это почти то же самое, то, что касается, в принципе, iOS устройств, то, о чем я рассказывал, как они делают маркетинговый ход, заставляют нас с каждым обновлением тормозить устройство, чтобы покупать новое. Почти та же самая фишка и работает с приложениями. Вот такая история. Единственный выход, ребята, с этой ситуации, это просто использовать вашу учетную запись с OLX площадки в любом браузере, и все. Это единственный выход, к сожалению. Вы можете, в принципе, полноценно его использовать точно так же. Тот же функционал, та же, в принципе, история. Единственное, просто что вам не будут приходить уведомления. Но вы можете настроить уведомления, зайдя в настройки браузера. И уже с самого браузера определить, это будет приходить вам смс-ками на электронную почту. Вы можете, по крайней мере, проверять через электронную почту. Просто настройте эти пуш-уведомления именно так. Потому что через браузер вам все сообщения не прилетят, которые будут писать вам по объявлению, либо же ответы на ваши вопросы. Вот и все, друзья. Единственный выход, к сожалению, либо же покупать новое устройство. Но если я что-то не досмотрел, обязательно напишите в комментариях под видео. Я все комментарии читаю, всем отвечаю. И будет интересно найти это решение. Я запишу, конечно же, и выложу для всех вот таких вот ситуациях, в которые попали люди. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся. Дальше больше. Steps in the room, draped in black diamonds like a fucking monsoon. Back from the dead, but they never found my killer, so I jumped up.